Твери прошел большой смотр талантов со всего Верхневолжья. Открытый квалификационный международный проект приезжает в наш регион уже не первый раз. Свое мастерство конкурсанты показывают в нескольких направлениях, среди которых хореография, вокал, театр, цирковое искусство и другие. Тему продолжит наш корреспондент. Художественные коллективы и отдельные исполнители, представители дворцов культуры и клубов, музыкальных и общеобразовательных школ, неформальных художественных объединений. Список участников традиционного смотра талантов, как всегда, был обширен. Работы были представлены в самых разных направлениях, от хореографии до вокала, от циркового искусства до театра моды. И подавляющее большинство конкурсантов – дети и подростки, но не только они. Также вот у нас сегодня представлены хор ветеранов, более взрослые участники тоже здесь имеют возможность выставиться, получить конкурсную оценку и показать себя. Ну вот в основном это, конечно, школьники и дальше уже вот какие-то уровневые коллективы, как пример для поколения. Все мероприятия проекта «Таланты России» проходят в рамках санитарных ограничений, установленных в муниципальных образованиях на день проведения. Конкурсный сезон 2021-2022 под девизом «Мы выбираем жизнь» посвящен здоровому образу жизни. Популяризация ЗОЖ – это не только задача здравоохранения, но также образования, культуры и спорта. Здоровье нации является общественной ценностью, считают организаторы конкурса. Согласны с этим и конкурсанты. К примеру, заслуженный коллектив народного творчества Тверской области «Народный самодельный». Самодеятельный коллектив «Хор ветеранов войны и труда». Только что конкурсанты вернулись с гастролей из Канады и сразу на Тверскую сцену. Мы давно хотели попасть на этот конкурс. Мы в прошлом году не успели просто подать заявочку, да? Но тем более он проводится в Твери. Так удобно, так комфортно. Никуда ехать не надо, за автобус платить не надо. Это очень хорошее, так сказать, начинание. По итогам конкурса все участники были отмечены благодарностями, а победители и призеры получили приглашение на гастроли в Республику Крым.